Под пятым пакетиком кофе скрывается пятый урок русской газеты к утреннему кофе. Скроллим вниз. До 26-го задания кликаем в него. Попадаем в тело теста. В два клика нужно выполнить это задание. Здесь две фотографии. В тексте нужно найти два абзаца, которые иллюстрируют эти фотографии. Здесь не нужно переводить текст дословно со словарем. Так подробно мы работаем с базовым текстом урока, а это текст дополнения. Наша задача здесь не испугаться большого текстового полотна, приступить к поисковому чтению, к просмотровому чтению, освежить в памяти всю резервную лексику темы и найти нужные два абзаца. Поскольку текст большой по объему, его нет смысла делать в аудитории, дайте с ним посидеть студенту дома. Мотивируйте на выполнение. После того, как вы сделаете два правильных клика в этом тесте, вы увидите важную деталь мужского гардероба в одном из культовых смешных эпизодов советского кино. Студентам будет интересно работать. Начинаем разворачивать два домашних клика в полновесную аудиторную разработку. Скажу важное. Когда студент знает, что домашний тренинг в аудитории вы будете выводить в новую глубину и объем, он более ответственно отнесется к его выполнению, иначе просто не сможет включиться в ваш урок. Выбираем три абзаца на свой вкус. Я выбираю абзац о модных тенденциях на будущий год, о деталях одежды, которые придают очарование эпохе, и о юбке тюльпан. Если произойдет затык с очаровательными деталями, мы возвращаем студента во второе задание, в пятый абзац текста. Там он найдет все, что нужно. Сливочные оборки, асимметричные края платья, шнурованный пояс, драпировки, изумрудное жабо, юбку-зонтик и так далее. Знаменитое платье-зонтик гения моды Полю Пуаре мы покажем в 29-м тренинге, то есть через три задания от этого. Среди силуэтов фаворитом нового зимнего сезона стала округлая форма или юбка-тюльпан во всевозможных вариациях. Мы не даем цветы списками. Каждый цветок вырастает в новом, свежем, ароматном контексте. Чертим тюльпан, подписываем этикетки. Тема женщины цветка будет разрабатываться в тренингах о Поле Пуаре. И затем мы нарисуем женщину цветок в задании о Кристиане Диоре, когда будем знакомиться с образом New Look. Набрасываем эскиз юбки тюльпан, добавляем этикетки, все озвучиваем, работаем обязательно вслух. В сильной группе мы максимально усложняем лексику. Итальянская юбка тюльпан. Юбка тюльпан с запахом. Запах. Карман, склады, ремень, ремешок, драпировка, задний шов, задние выточки. К тюльпану мы вернемся через 5 уроков в теме «Прет-а-порте в Москве» в тренинге об удивительной коллекции цветочных платьев Юлии Яниной. Мы отрабатываем новую старую лексику ЛСГ цветы, любуемся красивыми платьями и красивыми девушками. И здесь мы встречаем нашего старого знакомца. Вот он, тюльпан. Пункт 2.
Лексикофразеология. Здесь будет достаточно нашего лирического отступления. Говорим на родном языке студента, рассказываем о каше из топора, о супе из топора. Все это варится в котелке, а шляпа-котелок – это слово в абзаце в домашнем тесте, в который кликнет студент. Топор – прекрасный ассоциативный повод, чтобы вернуться к теме платья-рубахи и повторить однокоренные слова «рубаха», «рубить», «рубль». Пункт 3. Геометрия лица. Лексика лучше всего учится в привязке к себе, когда она прожита, пропущена через собственный опыт. Предлагаем студентам тему «Как подобрать шапку по форме лица». Повторяем названия геометрических фигур в привязке к типовым формам лица. Даем студентам 6 минут на освоение лексики, проверяем результат в форме диктанта. Называем фигуры, студенты быстро чертят их через запятую в тетради, собираем работы на проверку, выставляем оценки. Затем каждый студент определяет тип своего лица, выбирает для себя головной убор и описывает его по картинке. В 5-м уроке 5 десятков тренингов. Каждый из них вы можете развернуть в объемах своей фантазии и эрудиции. Уподробненная аудиторная практика нужна, безусловно, не для каждого тренинга. Адаптируйте конспект урока под интересы студента, его уровень и количество ваших рабочих часов. Сейчас я покажу вам лошадиное лицо, в которое в середине 60-х были влюблены женщины всего мира. Хамфри Богарт. Предлагаем его студентам на десерт, предвосхищая кинотему 9-го урока, съемки шпионского детектива «Тегеран 43» и русского Алена Делона. Его я упоминаю в посте во 2-м уроке. Студенты найдут в Хамфри Богарте сходство с Кевином Костнером. На мой взгляд, Костнеру удалось передать лишь сотую долю дьявольского обаяния Богарта, но этого оказалось вполне достаточным, чтобы стать звездой кинематографа 90-х. В России впервые прошел фестиваль американского кино «Хамфри Богарт». Это была первая в России ретроспектива фильмов культового американского актера. Фильмы с участием Хамфри Богарта, актера, чей образ обаятельного циника с благородным сердцем и пистолетом за пазухой, стал одним из известнейших в истории кино. Человека, который играл с лучшими кинозвездами своего времени, Ингрид Бергман, Одри Хепберн, Лорен Беккл и многими другими, впервые Богарт на большом экране в России. Поработаем с программой фестиваля. Придумаем авторские задания на письмо, поисковое чтение или аудирование. Примеры. Услышьте имена актеров, режиссеров и запишите их по-русски. В каком фильме Богарт играет с Одри Хепберн? Одри – одна из героинь нашего урока «Оскар». Мы не задаем случайные вопросы. Услышьте и запишите продолжительность каждого фильма. Раньше вы видели этот фильм так, но прошло 50 лет. Играйте Марсельезу. Сейчас же. С тех пор, как вы увидели его так. Действие разворачивается в начале Второй мировой во Франции, в Марокко. Касабланка. История людей, спасающихся от нацистского режима. Рик, помоги мне! Не глупи, тебе не скрыться! Рик, помоги мне! Спрячь меня! Сделай что-нибудь, Рик! Я никому не протягиваю руку помощи. Хамфри Богарт в роли Рика, циничного экспатриота. Какой вы национальности? Я пьянчуга. Выходит, Рик гражданин мира. Я заказывал столик, Виктор Лазло. В Касабланку на пути в Америку заглянул один мужчина. Он предложит целое состояние тому, кто выдаст выездную визу. Или две. Зачем две? Он с дамой. Одну возьмет. Не думаю, я видел даму. Ингрид Бергман играет Ильзе. Последнюю, кого Рик ожидал увидеть. Единственную, кого он любил. Из всех кабаков на свете она зашла именно в мой. Я думала, что больше тебя не увижу, что ты исчез из моей жизни.
Я знаю о тебе гораздо больше, чем ты думаешь. Я знаю, что ты влюблен. Конечно, странное совпадение, что мы влюблены в одну и ту же женщину. Знал бы ты, как я тебя люблю. Как сильно я все еще тебя люблю. Шедевральный фильм-лауреат премии «Оскар». Подозревая, под этой маской циничности скрывается сентиментальная душа. По сей день остающийся всемирно признанной классикой. Ты готова, Ильза? Я уже не знаю, что сейчас верно. Тебе нужно думать за нас обоих. За всех нас. Дули Уилсон. Сидни Гринстрит. Питер Лоре. Клод Рейнс. Он направлен прямо на ваше сердце. Самый мой неуязвимый орган. Пол Хенрид. Я очень тебя люблю, Ильза. Ингрид Бергман. И Хамфри Богарт. Может, настало время посмотреть кино снова? Он смотрит на тебя, малышка. Касабланка. Новости первого модуля смотрите по ссылке Method на главной странице сайта lclass.org. Жмете в ссылку на верхней горизонтали экрана, потом в ссылку модуля, попадаете на нужную страницу, скроллите ее вниз до кнопки нужного урока. Кликаете в пятый урок, попадаете в коллекцию постов. Там вы видите картинки. Кликом в каждую вы попадаете в нужный пост в Фейсбуке. Следите в моей хронике за новостями альбома «Курс чтения аутентичных текстов. Уровень B1-B2». Вы будете знать, как вкручивать аттракционы в аудиторные тренинги, как без стресса работать с аутентикой, как быть с домашними заданиями, чтобы они выполнялись, что делать с видео в курсе чтения, как из учебного чтения прорываться в речь и спонтанность, как дозировать письмо в курсе чтения. Подписывайте своих студентов на уроки первого модуля. Это бесплатно.